Итак, Sound Toys Effect Rack. Это рэк для эффектов Sound Toys. Вот здесь у нас полоса прокрутки, или мышкой мы можем прокрутить. Довольно неудобно прокручивается, медленно, хотелось бы настраивать эту функцию. Слева, сверху, меню выбора пресетов. Пресеты от AndyVax, как всегда, доступны по ссылке к этому видео для Effect Rack и для практически каждого из этих устройств. Можем переключаться влево-вправо. Браузер в пятой версии работает очень адекватно, очень быстро по сравнению с четвертой. Сохранение пресета. Или если кликнем на название пресета, Save As. Функция Save работает мгновенно, то есть без запроса имени пресета. Функция Organize открывает Explorer. И мы можем работать с файловой системой, что-то удалять, копировать и так далее. Далее у нас работа с темпом. Free. Мы можем вводить с клавиатуры любое значение. При нажатии на клавишу Shift мы плавно изменяем любой параметр. Это касается любого параметра, как ручек, так и вот таких вот числовых значений. В режиме MIDI у нас темп привязывается к темпу хоста. Input — это громкость на входе, и output — это громкость на выходе. Recycle работает так же, как feedback в любом дилее, в частности в дилее Echo Boy. То есть сигнал с выхода опять попадает на вход, и цепочка обработки снова его обрабатывает. Mix — это баланс между чистым и обработанным сигналом. Size — это размер рэка. Small — все время маленький и неудобный. Full — это полный размер, постоянно в таком размере. И Auto — размер подстраивается под плагины, которые мы грузим в интерфейс. Но больше чем Full интерфейс никогда не растягивается. Show Gear показывает вот это правое меню, в котором мы можем выбрать те или иные устройства. Чтобы добавить устройство, перетаскиваем его на интерфейс. Например, таким образом. Чтобы удалить, перетаскиваем снова в рэк. Чтобы заменить устройство, бросаем сверху. Словом, все сделано очень интуитивно, понятно и удобно. Если мы изменяем пресет, то кнопка Compare или сравнение пресетов краснеет, и мы можем переключаться между состоянием текущим и состоянием пресета, в котором он был сохранен. Обратите внимание на три кнопки сбоку устройства. Нажатием на верхнюю кнопку мы показываем внизу меню пресетов. Кнопка включения-отключения эффекта и кнопка соло. Мышкой мы можем регулировать любой параметр на экране. Как я уже говорил, шифтом манипуляции производятся очень точно. Двойной клик возвращает в настройку по дефолту. Правый клик показывает значение, в котором сейчас находится ручка. Например, параметр Low Cut. Правый клик — 28,06 Гц. 54,7 Гц. Шифтом плавно меняем. Ctrl клик, так же как правый клик, показывает точное значение параметра. Alt клик, так же как двойной клик, возвращает значение по дефолту. Удобнее, конечно же, пользоваться двойным кликом и правым кликом. Ну, если вы фанат клавиатурных сокращений, то можете использовать Ctrl и Alt. Словом, все организовано очень по уму, очень изящно, очень удобно, все работает крайне быстро. Ну а теперь давайте рассмотрим каждый из модулей поподробнее.